Oh, I'm really jonesing for a scrap. You can count me in. Hello? Aren't you all forgetting something? We have to find our way inside first. That's sort of how entrances work in the real world and all. There's no time for thought or success. We have to get Heather out now. Buddy, no one steals the daughter of the friend I used to want to eat and gets away with it. Let's roll. Конечные уровни близки. Два уровня, по идее, по подсчетам моим осталось. Вот, кража Мивермтека. И последний уровень, ёпта. Ну чё, let's go. Ой, сколько задачек-то, а? Что будет плотненькое. Так, вернитесь в Вермтек, потяните 8 переключателей, спуститесь на лифте на нижний этаж. Не активируйте камеру, уничтожьте все в Вермтехе. Власти должны вырубить в лифте. This is Вермтек. Let's get in there and save Heather before someone else does. Oh yeah, and avoid or shoot all rats. Че за чертя? Откуда этот Вермтех взялся? Откуда бы узнали, где он находится? И почему он именно Вермтех? Откуда мы это вообще знаем? О, черт! Пью. Fuck you, дайте прицелиться. Да что ты... Падыщ. Нахрен этот... ган нужен. Вперед туда сразу. Ай! Так, еще где-то, ну, конечно. I don't want to hurt you, little marsupialis. I just have a nice hat for your head. Help me! Help! Ha! You think you're the first possum to try and get on this elevator? Что за херня вообще там происходит? Так, как тихо ходить через девяточку, да? Куда-то пошли мы. Блин, тут уже, смотрите, под финал так все хорошо обустроено, сделано, проработано. А то это мы играли практически одни и те же уровни, слегка перерисованные. А жалко, игра, видите, в плане до этого могла выйти даже неплохой. Пусть и больше игров там говорят. Активировать, ох, немного ли это? Ты, блин, сберись туда. А, там нет выступа, понял. Блин, рычаги нельзя активировать, ну ладно. Проворные твари. Неплохо. Да успокойся. Откуда в этих клетках новые? Там же пусто было. Какая-то магия телепортации, что ли, а?
Так, один готов. Второй тоже готов. Хорошо загнали в угол. Все, и третий попался. А теперь активируем рычаги. Точнее, переключатели. Один готов. Теперь второй надо. Есть. Готово. Тихо. Че, спалили тебя, что ли? Ну ты лошина, а. Swell. More switches. Heads up. Ну, в этот раз хоть электрошокер обей, блин. Это особо не меняет ситуацию. Блин, дурацкий. Блин, причем из зайцев надо только убивать. Понимаю, все считаются зайцами. Да, все. Это хорошо. Эти хоть полегче будут. Окей, поехали. Я пока даже не смотрел, где переключатели все. Не заметил. Неплохо, неплохо спрятали. Чего откроется? Стеву, боя твоя, не погибать. О чем ты говоришь, а? Ну ладно, допустим, здесь все. Опс. Нет! Больно будет. О, росомахи. Блин, предфинальная битва долгая довольно. Сталкивается. Все, теперь вас уничтожить. Может, стоило сначала их уничтожить, чтобы они доспаунились до десятки. Второго бобра не убивать. Барсука, да. Да. Второй изи. Тоже найти. Так, ну сначала мы распотрошим это. Бедный ПК.
Почему здесь какие-то доски? Тут чё, учёба проходит, лекции какие-то, это школа какая-то, не понимаю. Глупо это спрашивать. Очевидно, здесь что-то проводится. Но зачем три почти одинаковые комнаты? На это. Ничего. Ничего. Подкрепление призвали, что ли? Ой, да, только не они! Это будет долго и нудно, еще и занудно. Долго и занудно. С проблем проносится. Все, последние два переключателя. Осталось активировать. Чё, пошалим? Эй. Неплохо. Отлично. Ну и теперь лифт. Очевидно, будем туда спускаться или что-то в этом духе. Так, надо, естественно, тут все насобирать. На случай, если вдруг что-то полезное, тут ничего полезного нет. Окей. Намусорили, нашубили, нашумели. Так, не туда. Ну чё, мы пришли, типа. What do you suppose this room's for? Since it don't have wheels, guess it's not any kind of transportation. Well, a button unpressed is a useless button. I don't know. I smell disaster. When's that ever stopped us? Не активируйте камеру. Я не понял, какая камера, ну ладно. Мы ее, считайте, не активировали, я. Ну, это мы уже, считайте, в начале игры проходили подобное. Лазеры ускорятся, все такое. О, черт. Это по сюжету или мы активировали? То, что не надо. Черт, подожгли жопу, а. О, спасибо. Теперь вашу жопу подожжем. Эй, что за подкрепление? Спускайте нас. Ну, опять жопу мне подожгли.
Все, спускаемся. Ну и что? О! Вот так лазеры теперь. Видимо, за лазеры нам штрафные выписывают. Блин, если эта дура не может прыгать, то это тут при чем? Ай, опять! А почему двойные атаки надо? Это долго будет идти. Все. Ой, зайди на активированный лазер. Окей, это я, значит, активировал. Да я понял уже, что вот это. Да, подошел. Новенький. Еще и год ждать. Чё вообще такое? А почему так долго ждем? Почему задержку поставили? Надо жопу горелку сразу от нее избавиться. Оу. Упал. Да сколько мне вот так продержаться надо? Стараться не активировать ни одну ловушку, ни один лазер. Твою мать! Это... Знаете, не так уж и легко! Ёп! Нет! Блин, теперь барсуки нас атакуют. Две волны барсуков, охрените. Сразу вторая волна. Я надеюсь, конец им когда-нибудь будет этим волнам. Я надеюсь, что это типа выборочно. Либо вы активируете лазеры, сражаетесь с топами, либо вы просто держитесь какое-то время. Приморозили. Okay,
отлично. Ну, надеюсь, это все. Так, тихо. Это вроде как попроще. Повторяюсь, вроде как. Вот! Теперь не попроще. Так, давай чутка продержаться. Только не активируй, только не активируй. Только не активируй, твою мать! О! Вот жопа, а, почти продержался. Теперь... Мне голодные медведи атакуют, а? С барсуками. На пару. Так, где тут заморозка? Трэбл, но почти ведь смогли продержаться. Все, вроде как врагов вроде новых нет или есть. Блин, зачем ты оружие взял? Мне оно нужно! Так, все. Даже музыка сменилась, кажется, все. Неужели? Как can make their rooms move up and down? I don't follow. Как-то долго был. Don't even think about playing possum with me, honey. I'm undefeated. Какой плотный и жесткий уровень. Интересно, какой будет последний уровень.